Сегодня молодежная ассоциация практически в полном составе приехала сюда, на этот замечательный тренировочный лагерь «Алмаз», который используется в нашей лаборатории путешествий, для того, чтобы на себе попробовать те уникальные методики, которые лаборатория путешествий применяет для работы с сложными ребятами, вообще для проведения серьезнейшей работы по командоформированию и нового осмысления применения путешествий в образовании. Сегодняшнее испытание, я думаю, точно нас всех сплотит, а команда единомышленников, сплоченная, мне кажется, достигнуть может необыкновенных высот. Поэтому я думаю, что нас еще много ждет впереди. Я думаю, что мы молодые, задорные, активные, амбициозные. У нас все получится. Цели Рубикона, первого этажа Рубикона, совпадают с веревочным курсом. В первую очередь это объединение людей в команду. Во вторую очередь это, конечно, снятие стресса, напряженности. И третья задача, наверное, которую он решает, если заниматься подобными вещами на регулярной основе, укрепляешь свою форму. Ребятам очень нравится участвовать в лаборатории путешествий, в проектах лаборатории путешествий, а нам это помогает в нашей профессиональной деятельности, потому что мы работаем с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и для ребят подобные поездки – это целое событие, которое дает возможность и самореализоваться, и, кроме того, поддерживает их стремление к самостоятельности, к самостоятельным действиям. Это очень полезные мероприятия со всех сторон.